Здравствуйте, подписчики моего канала Руслан СССР 4337. Я буду делать новый старый танк КВ-44. Вот я тут подготовил немножечко и будем начинать делать. КВ-44 это новый танк Геранда, который он сделал в первом сезоне. В первом сезоне мультика. И он делал, пару танков. КВ, в некоторых сезонах, я вот так смотрел. Так, мы будем, в общем, вы поняли. И будем мы делать КВ-44, потому что у меня не нашлось, каких-то там цветов, пару штук. Зеленого, который я потратил на танк КВ-20 Т-35, и будем делать из что есть, будем делать КВ-44, но я хотел сделать КВ-45, и я не хотел его, потому что я любил КВ-44. Ну, потому что в конце нового трейлика, который нацисты потому что в серии «Бронепоезд» там нацисты хотели захватить бронепоезд и забрать данные чертежи КВ-44 и дать отпор Леофану. Но у них не произошло некоторые сбои. Бронепоезд не приехал с ценным грузом, иначе рабочие Кировского завода все начали переругаться на главнокомандующего рабочего. И все начали все драться, в общем. Но потом, когда уже прояснилось, что уже поезд не приехал с ценным грузом, и они не могут сделать нового КВ-44, чтобы дать отпор Леофану. Но они что, хотели вместо того, чтобы подчиняться Леофану, они хотят драться с нацистами. Первого, когда они уже начали готовиться к этому дню, уже когда приехал Эль-Трактор, говорит, что он хочет, чтобы рабочие все Кировского завода подчинялись только Леофану, а СССРам нет, за немецкую сторону. Но потом они начали готовиться к этому дню, что дать отпор Леофану, и сделали нового танк под названием Инженерный монстр. Инженерный монстр это тоже создание какого-то Геранда. Он тоже сделал КВ-44, но только у него только программы от КВ-44 нового только осталось. И победил Леофан, и захватили они Кировский завод. Вот такая история. Еще есть про инженерного монстра. А есть еще вторая версия КВ-44, обычного КВ-44, который появился в первом сезоне мультика Геранда. Там миллионы МС-1 собрались против одного танка Ратты. И потом погибло много-много МС-1. И потом решили советы сделать нового танка КВ-44. КВ-44. И они из кучи трупов МС-1, которые пали в бою с танком Ратты. И они
Потом погибли все. Все погибли. Вот. Все они погибли после. Но Леофан завладел не чертежами. Вот, да расскажу вам для бронепояса. Бронепояс взорвала Дора. Кто знает Дору? Дора — это помощница Леофана. Помощница, ну, Дора — это как под названием девочка. Ну, если так сказать, девочка. Девочка. Это смешно. Смешно. Но Дора взорвала бронепояс с членами экипажа. Членами экипажа бронепоезда. И они, не, только КВ Челябинский и Т-35 выжили. Но еще там один был, МС-1, который генерал, тоже погиб, но он хотел уничтожить чертежи, чтобы Леофан не завладел чертежи КВ-44. КВ-44. И он, что у него осталось в руках, он взял немецкую гранату Т-24, гранату такую, гранату, чтобы уничтожить чертежи КВ-44. Чтоб Леофан не мог сделать нового КВ-44. Но вместо того, чтобы расстраиваться и плакать, что нацисты не могли завладеть чертежами КВ-44. Но у них появился новый помощник. ФЗ-38 вместо ЛТГ. Хотел Леофан... Хочет просто Леофан, чтобы он участвовал в постройке Карла 44. 44. Это тоже модель, но только немецкая модель. Немецкая модель, она похожа как на КВ-44, но только пушки другие. От немецких тигров, там, Леофанов, пантер, там всяких. Ну, в общем, немецких штук каких-нибудь. Немецких штук. Но ФЗ-38 тоже не... Он стал в пятом или третьем сезоне самым главным боссом. Не только один Леофан, но и сам создатель ФЗ-38 стал тоже самым советским немецким генералом, то есть инженером на всем белом свете. И начали нацисты завоевывать СССР. Начали завоевывать Советский фронт. И даже маленькая деталюшечка не может остановить Карла 44 и КВ-44. Мне только осталась одна надежда. Это только чудо. Осталось только чудо. Осталось только чудо, чтобы победить Карла 44. А это чудо, КВ-44, ну я еще не смотрел, но битву Карла 44 против КВ-44. Ну, может, и победит КВ-44 против немецкого танка, похоже, как на КВ-44, но это не так. КВ-44 имеет с большой мощностью и скорострельностью. Много-много километров в час. Едет он, стал очень уязвимым и очень опасным боссом в мультике Геранда. Очень опасным мультиком Геранда. И некоторые могут и любят Карл 44, и некоторые не любят Карл 44. Что по-разному? Кто любит, никто не любит. Вот такая история. А ты смотри за процессом создания КВ-44. Но я сделал вот все три пушки. Ну, там две. У меня получилось больше вот здесь. Здесь больше. И мы начинаем еще один корпус КВ-44. Это только будет
сама башня танка и сама очень большая пушка. И будет мне 3 штуки потратили, постелили, начинаем еще корпус. Но некоторые подумали, что КВ-44 управляет какой-то монстр. А некоторые говорят, что там управляют шаротанки. Это новые танки Геранда, которые управляют КВ-44. Кто смотрел там один танк, который замаскировался под шаротанк, залез в КВ-44, чтобы просто разведывать. Я думал, что это Эльтрактор. Эльтрактора ненавидят СССРцы. Я еще не знаю, что это такое Эльтрактор. Да он похож как на американского танка, только переделанного. Начинаем с корпуса КВ-44. Но мы будем делать корпус КВ-44. Там могут еще, там у КВ-44 много-много пушек. Кто смотрел песню? Ёлы-палы, вы видели, отлетело. Ах ты гадина. А кто-то не подписался на мой канал. Подпишись быстрее. Во, уже подписался. Все. Буду ловить пластилин, который улетел. Извините, подписчики моего канала. Извините еще раз. Но мы будем делать КВ-44 до сих пор. Это будет долго или коротко ли? Пара видео. А кто не смотрел прошлую серию, скорее посмотри эту серию. Во, все, посмотрел. Высветится подсказка наверху. Новое видео. Нового видео, которое я сниму на своем канале. Ну, кто знает КВ-44? КВ-44. Это неуязвимый танк, который в новостях. Эр-шоу, похоже. Что Третьего рейха КВ-44 20 века, и они подпортили эти немцы танк КВ-44. А должен быть нормальный КВ-44, без всяких там таких закорюк и дрюк. Они сделали так, что просто, кто хочет тоже, кто там был в серии, что немецкий который снимал телевидение, большое телевидение, которое занимало несколько минут. А потом, когда нацисты куда-то ездили, непонятно, и там будет нам еще неизвестно, когда будет в каком-то сезоне, я еще не знаю, это в каком-то сезоне будет. Но будем ждать новый сезон Геранда. Скоро времени. Но Геранд еще снял новое видео. Что доктор ЛТГ, какой из королевского раты, сделал своего нового монстра, который может уничтожить советский народ. Он просто нашел его труп, который Ратте победил его, который взял труп, обычную балку, какую железную, и его стукнул, не стукнул, а прям бахнул по голове, что у него прям челюсть сломалась. И он переделал на нового танка.
У него даже есть Франкенштейн. Франкенштейн, который ему помогает. Ему. Вот когда серия была, что СССРцы поехали за доктором ЛТГ, а доктор ЛТГ послал Франкенштейна, чтобы уничтожить советский отряд, который поехали за доктором ЛТГ. Но доктор не ЛТГ не хотел сидеть где-то там. Может, в тюрьме. В тюрьме. Не хотел в тюрьме быть. А он хотел свободы и новых изобретений. И он не согласился над созданием нового монстра. Помогать Леофану. И он хочет науку. А Леофан тогда разозлился на него, Вот, блин, коробки позаклеют. Это пока не начать. И потому что не показали трейлер, а скоро будет концовка, в скором времени, когда победят СССР. Но нацисты еще за издевательство на армию СССР сделали издевательство, прям вообще, я вообще, когда обиделся. Что делает Герант? У него что, в мозгах куриные яйца? Или каша-малаша? Непонятно из чего. Или пицца для будущей певицы. Мультипликатора. Сраного мультипликатора. Которые должны в новостях делать... хорошего КВ-44, а не какого-то глаза крутится. Я вообще даже не понял. Сам расстроился, побежал в свою комнату, разозлившийся на этот канал, и обвинил, что этот канал плохой для детей. Некоторых, кто любит. А я напишу. Герант сделал мультики такие, что... вообще, глаз моргнуть нельзя. Даже глаз моргнуть нельзя. И он так нагло сделал КВ-44. Я офигевшийся. Хотела написать, но не хотела. Но я же смотрю мультики. Раньше был подписчиком его. Сейчас, потому что у меня есть на телефоне аккаунт детский. Смешно. И теперь КВ-44 делаю я. Уже научился делать. Но мы будем делать еще КВ-44, но только с большим обоим. С пушкой. Двумя пушками. Сейчас эта пушка пока будет засыхать, мы сделаем еще один корпус. Не два корпуса. Муха просто офигительная.
Акеша бы целый дом построил. Но в этом уже я мастер. А ты смотри за процессом. Танка. Ногу еще оторвем постелин. Сделаем танк. Пушки. Все, ставим. Стин. Первое правило безопасности. И вспыш мы чудо-машинки. Эй, легче пушинки. Из машинки вспыш. И чудо-машинки. КВ-44. Классный танк. Но Герант его сделал, хотел другим. Ну, чтоб он прошел на другую сторону. На СССРскую. Мы сделали корпус из нескольких слоев пластилина. Но мы будем еще делать. Еще башню танка. Не забудем. Еще башню танка. Самого танка. Самого танка. Но мы будем делать танк пожестче. Чтобы был жестяк, мы еще выше сделаем. Вот как мы еще, я вот так подумал, что это будет не Карл, не КВ-44, а КВ-45. Я вот так подумал. КВ-45 две пушки всего на башне. Одна от какого-то танка двухствольного, как автомат из двухстволки, который стреляет двумя снарядами. Ай, блин, она меня точно убьет. Извините, подписчики, просто ногой дернул. Вот почти еще сделаем пушки. Пушки, если пластилин точно не засох. И сделаем башню танка. Самого танка. 2.0. Кто, у кого есть нерфы, можете на мою улицу приезжать и играть зимой. Потому что у нас зимой круто. Так, вообще крутотяк. Зимой у нас круто. Улица Новошахтинск, кто живет в Москве или рядом с Новошахтинском, где в Новошахтинске. Приезжайте на мою улицу. Плеханова, 11. Плеханова, 11. Там зимой круто. Ну или в Донецке. Мир в Донецке. Но я научился делать хорошие танки, потому что я раньше делал танки из этого пластилина. И уже научившись, начал делать новые танки, новых прототипов. Там Т-34-87. Танк от корпуса Тигра и от башни Т-34-85. Убей их! Да, гражданин Советского Союза. И не выпущу из рук оружие, пока не нацистский враг на земле. Враг на земле не будет уничтожен. И не выпущу из рук оружие до последней капли крови. Смерть за смерть. Смерть за смерть.
Я кто смотрел «Сталинград»? Мне этот фильм понравился очень. Я смотрел его на взрослом телефоне. И потом... Мы перепутали цвета. Мы будем брать... Блин, а что делать? Розовый мы возьмем. Розовый цвет. Потому что синий — это цвет глаз. Танка Т-35. Ну, прилепился. Блин, ладно. Вот так будет пушка. Такая. И ты смотри за процессом. Пока я делаю. Эй, мужик. Эй, мужик, подойди на секунду. Ну, конечно же, у меня розовый нашелся. Еще бы фиолетовый. Ладно, розовый как розовый. Уж, просто танк у меня не из некоторых цветов, а из других цветов. Извините. И КВ-44 самый танк классный. Делаем ему глаза. Вот такие. А берем какой-нибудь другой цвет. Берем любой цвет. Вот там, например, железо. Я так и не брал железо. Цвет железа. Цвет железа. Круто. Цвет железа. Вот такая пушка у меня получилась. Сейчас будем цвет железа. Сейчас будем делать ему рот. Монстру, нашему монстру. Я убью всех немецких детишек. Ёпты. Здрасте, ёпты. Я дядя Ситер из Буйнаквашино, а это Алёша Смехунов. И молния Максим картошку на подзатыльник. Чё вякнул, пацан? Кто смотрел эту мультик? Смешной получился. Чё вякнул, пацан? Надо говорить километрами в час. Фигня подзаборная. Хреной на подзаборная. Лизни, откуси, лизни, ничего. Правила таковы. Наша рабыня Джуй Хопс будет таскать подносы со всякой сранью. Тебя захерачить, что ли? Мне тут шкет. Мне тут деньги платят. Шкет. Мне тут деньги платят. Будет написано «Откуси, лизни, ничего». А то, кто засыт выполнять задание, тот напрокит на ём, ёпты. Ёпты. Так. Джуди. Таракан первый понрос. Поднос. Так, что тут у нас? Ого! Это канистра с львиной мочи. Глаза что щипит. Искра мне в свечу. Вот это деликатес. Внимание на табло. Ура. А мне лезну. А мне откусить. Дерьмо. Я... Дерьмо. Я зубы сломал. Моя очередь. Охуительно навязался. Спасибо за подгон.
Охуительно нализался. Спасибо за подгон. Во какой. Но мы еще не закончили. Мы еще не закончили. Танк этот. Ракет нальем, ёпта. Внимание на таблю. Чтобы сделать гусениц, это совсем просто. Берем обычный любой пластилин. И очень-очень-очень длинную делаем колбаску. И потом мы раскатываем ее в большую колбасинку. Ну, или просто, кто хочет так, делайте. Ой-ой. Извините, телефон зашатался. Муху хотел прибить, и телефон шатнулся. Ну или берем просто колесики, сделаем просто вот обычные колесики. Ну или просто корпус танка. Два корпуса танка. Два корпуса танка. О, какой танк получился. Шкет. И смотри, вот одну сделали корпус, вторую мы сделаем. Все сделали. Ой, как-то каким-то макаром. Извините, подписчики, тут КВ-45 прилип. О, фу. Еле-еле душа в теле прикрепили. Сука. Ёбаный. Сука. Ёбаный. Вообще-то деньги платят. Вот. Берем какой-нибудь любой цвет. И мы уже почти заканчиваем работу над Т-30 новым танком Геранда. Ну, это и похожий старый или новый танк. Неизвестный, новый или старый. Но в некоторых сериях он был новым, когда он хотел взорваться. Но когда какой-то там смелый американец открутил ему пару болтов и начал что-то швындать. А после, когда все рабочие испугались, что он взорвется, скрабы-американец переделал провода, которые хотел этот новый танк взорваться. Не взорвался, а просто восстановился. И просьбы команды МС-1, генерал МС-1, помочь танку Ратты, который заболел коронавирусом. Коронавирус, уйди с нашего района. Ту-та-та-та-та-та-та-та. Уйди с нашего района. Шкет! А ну, шкет, стой! Эй, шкет! Ну, это еще не концовка. Эй, мужик, подожди на секунду, на минуту.
еще из творений Тревона Хендерсона есть еще новый. Горка-пожиратель и по названию Рипит. Рипит – это лягушка, которая делали работу. Делали после вскрытия, Рипит не стал призраком, а просто упал в сточные воды и химикаты. И сделала большая мутация, что ДНК обычного подобного кролика под названием лягушки превратилась в страшную монстра, которую называли Рипит. Никто не известно, никто не может объяснить. В некоторых местах пропадали люди без вести. И никто не может понять, кто иное существо похищает людей и забирает их себе. Рипит, может, и он и забирает. Забирает людей просто на свои съедания. Но горка-пожиратель только пожирает людей без... И горка-пожиратель это тоже. Но только поменялись данными. И будем делать второй корпус танка. Это не просто будет танк, а похоже как на КВ-44, но КВ-44 мощнее, чем всякие другие танки. Но я ничего не смотрел, бой КВ-44. Да ёлы-палы. И будем второй свой делать. У танка КВ-25 и КВ-44 есть еще два так корпуса для двух пушек. Еще двух пушек, которые тоже едут. Они тоже совмещаются с КВ-44, как будто как две балки. Но и у КВ-44, и у Т-35 есть самая страшная модель. Ну просто, которая может КВ-44 стрелять из всех орудий. Которая может наносить большой-большой вред и технике, и всяким там грузовикам. Колоссальный вред, который он может все пушки выстрелить одновременно. Вот так. Все. И нанести колоссальный вред. И окружающим, и немецким танкам. Ну, немецким танкам тоже грозит эта опасность. Что КВ-44, когда уже почти погибшим, он включает самую мощную орудие. Ракеты или все выстрелы одновременно. Но КВ-44, я еще не знаю, что тут. Может, еще у Т-35 есть такая функция. Мощная функция. Танка модели. Я сделал пушку побольше, чтоб она выстрелила и нанесла большой колоссальный вред. Очень большой колоссальный вред. И КВ-44 может уничтожить все на своем пути. И тигры, и маусы, и все. Все подобное может уничтожить. Пушка огромная. Две пушки. Тоже некоторые есть танки. Это есть КВ-44.
КВ-44 имеет еще два ряда пушек. Здесь и здесь. А если посмотреть сверху, вот сверху посмотреть, вот глянуть сверху танка, тогда поближе, тогда видно, что танк соединенный с пушками и некоторыми веществами. И он может стрелять одновременно все пушками. Пушками. И может много-много стрелять из всех 77 пушек. Своих 77 пушек. Но КВ-44 мощнее, чем КВ-45. Почему? Потому что у него меньше пушек, а у КВ-44 больше. Открывайся же. Открывайся. Пушка мощная, две пушки. Пушки мощные, конечно же. Так, посмотри. Мощность и колоссальный вред. Колоссальный вред. Пушки еще могут стрелять не только 77 пушек, но и дополнительными средствами. Или колоссальный вред. Или ракетами. У КВ-44 есть ракеты, которые могут летать. Но у Т-30... Заболтался за Т-35. За КВ-30-45 нету таких ракет, но только есть деревяшки. Ну зачем? У меня вопрос в ними. Что, зачем и что они делают? Пушки тоже могут стрелять очень много из много своих пушек. Они могут все нанести, и вред, и колоссальный вред. Но я сделал еще по железнее. Железное правило. Сделал большие железные правила. Большие железные правила. Вот такие заклеиваем все железом. Таким железом, чтоб алюминием. Алюминиевым слоем танка. Алюминиевым слоем танка. Вообще мощным, который не может отбить даже любой снаряд. Не может отбить любой снаряд. Не может отбить любой. Может отбить любой снаряд. Или ракеты даже. Даже может бабахнуть. Железные правила. Даже все может бабахнуть. Железом. От таким железом. Кто хотел такой алюминиевый танк? КВ-45. Кто хочет такой танк получить? Подписывайтесь на мой канал. Я озвучу 15 тысяч... И несколько 10 игроков скачаю по моей ссылке. Ссылки в описании из WordDev. Я потом несколько недель озвучу всех подписчиков, которые подписались и нажали колокольчик. Которые под этим видео попадут в топ-10. Топ-10 игроков. И я их озвучу под моей ссылке. Подписывайтесь на мой канал и ставьте очень быстро лайки. Лайки и очень хорошие подписки. Это будет продвижение канала.
А если кто-то из под названием Андрей Заболотний не подпишется канал, я ему ночью приду и достану нож и убью. О, кто не подпишется на канал? Подписались? Понятно. И будет самая-самая великая отечественная война из мира танков. О, какой алюминиевый танк получился. О, броня алюминиевая. Броня алюминиевая не может пробить. Любой не может пробить танк. Не может бить танк. Только отлетит снаряд прям в врага. И все. Он будет лошарой. Что не рассчитал цель танка. И будет лошарой. Поиском пропитания. Мона-монахиня, чё, тебе спать уже пора. Чё, тебе спать уже пора. Чё, тебе спать уже пора. Говорящий твой друг, веселю за 5 секунд. Даряю за тобой, всегда буду с тобой. Говорящий твой друг, веселю за 5 секунд. Ряю за тобой, я всегда буду с тобой. Милый котик хочет поиграться. Громко пукнет, хотел я посмеяться. Он зовет своих друзей и своих подружек. Ты им очень нужен. Мяу-мяу-мяу, я очень озорной. Мяу-мяу, хи-хи-хи, мур-мур-мур, скучаю я. Хи-хи-хи, мур-мур-мур, скучаю я. Хи-хи-хи, мур-мур-мур, скучаю я. Говорящий твой друг, веселю за 5 секунд. Даряю за тобой, я всегда буду с тобой. Говорящий твой друг, веселю за 5 секунд. Даряю за тобой, я всегда буду с тобой. Милый котик хочет поиграться. Громко пукнет, хотел я посмеяться. Он зовет своих жупа и своих папашек. Своих папашек. Ты им очень нужен. Бум-бум-бум. Я топ-топ 10 каналов. На ютубе, тубе-тубе. Там-пам-пам. Мур-мур-мур, бум-бум-бам-бам. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-б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 ум. Бум-бум-бум-бум-бум. 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 Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Эвинам, кто играет в Эвинам, тот
Там вкусный лошар. Вкусный лошар. Это что за лошар? Говорит там лошар. Лошар говорил нам, лошар говорил. Что за берегил? Потом, когда я закончу, вы можете его сами покрасить под цвет. Но я этого делать не буду, потому что не буду делать это. В списке такого не значит. Но я буду делать строго не по списку, а строго по своему инструкции. Строго по своей инструкции. Вот какой почти КВ-35-45 получился почти. Вот такой танк получился, гляньте. Еще надо еще пару штук деталей добавить, и все. И будет танк вообще КВ-44. Похож на КВ-44 потом. Так, еще должны быть сколько пушек. Все, почти делаем КВ-35. О, вот этот пластилин, как на слизь похож. Ой, даже приятно самому лепить в него. Ой, а так плохо пахнет. Мы можем и встретиться с тобой, подписчик. Мы, подписчик, можем с тобой и сделать, и попасться на моем канале. Только подписывайся, лучший друг Руслана, чтоб понимал я, что это ты, мой подписчик. Потому что бывают некоторые дебилы, ну или там некоторые люди, бывают и тупыми. Хотят, что увидели такую, что я хочу с ней поиграть, но потом ищут меня все на картах, а потом нападают. Просто поселились рядом со мной, и все. Мы бы с тобой мы с вами разговаривали. О чем и как дела. Я буду с вами разговаривать еще, когда я вас еще обнаружу. На моем канале. Потому что на моем канале уже почти юбилей. Уже почти. Скоро будет юбилей. Пока 3 подписчика. Но скоро будет юбилей 20 подписчиков. И будет мне радость. Я буду праздничать. Буду праздник устраивать.